Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Kia Sportage 2012 года выпуска. Объем двигателя 2 литра, передний привод. Пробег на автомобиле 89 тысяч километров. Сегодня заменим передний правый ступичный подшипник. Загудел и заболтался. Поднимаем автомобиль, снимаем колесо. Откручиваем гайку привода. Снизу металлической отверткой через вентиляцию фиксирую. Головка на 32. И откручиваем гайку. Откручиваем кронштейн. Крепление тормозного шланга к цапфе. И снимаем обе точки крепления, оба болта на тормозном цилиндре. Подвязываем цилиндр в пружине. Откручиваем тормозной диск. И откручиваем скобу. Сзади два болта, головка на 17. Откручиваем гайку на шаровой опоре, откручиваем гайку на рулевом наконечнике и снимаем датчик АБС. И все, и после этого мы уже открутим оба крепления стойки к цапфе. Гайка на 17. Головкой на 10 откручиваем болт датчик АБС и снимаем его. Вот он, датчик. Оставим его на стойке висеть. Съемником снимаем рулевой наконечник. Пыльник отодвину, чтобы его не порвать.
И сейчас будет щелчок. Все, рулевая отошла. Откручиваем две гайки на 19. Снизу у нас шаровая на зажимном пальце стоит, не на резьбовом, поэтому сюда отверткой немножко расширим. Все, шаровую снял, но привод у нас не идет. Привод закис. ВД-шкой я его забрызгал. ВД-шкой забрызгал. Все, расшевелился. Вот, ВД-шка проникла. Сейчас почистим да поставим. Смажем. Подшипник гудит. Выбиваем ступицу, подложил картон, чтобы шпильки не повредить. Попробуем сбить, если не пойдет, срежем. Здесь снимаем стопор. Отверткой подтянул стопор вверх. Ну, даже без зажима справился. Теперь отсюда мы его наружу выдавливаем. Иду, срезаю обойму.
Все, обойму сняли, протираем и выпрессовываем подшипник. Подшипник старый выбил. Смажу силиконовой смазкой посадочной. Берем новый подшипник Hyundai 51 720 38 110, маркировка его Ильжин 45 62 20, но это на подшипнике маркировка. Также сам подшипник смажу. В качестве оправки возьму старый подшипник, запрессую старым подшипником. И через оправочку задавливаю его. Все, подшипник сидит на месте. Устанавливаем стопор. Ну а теперь запрессовываю ступицу. Здесь оправочка. Ставлю подшипник и ставлю оправочку во внутреннюю обойму. Подшипник у нас установлен. Идем устанавливаем на автомобиль. Смажу шлицевую. Палец я ВД-шкой смажу. Теперь одеваем привод. Болты на стойку я тоже смажу. И также второй.
гайки наживлю. Наживлю гайку привода. И теперь одеваем шаровую опору. Также мажу болт под шаровую. И наживляю гайку. Устанавливаем на место датчик АБС. Болтик тоже смажу. Ставлю на место рулевую тягу. Вернее, не тягу, а рулевой наконечник. Ставлю шплинт. Затягиваю болты крепления стойки. И затягиваю болт шаровой опоры. Также шплинтую, хотя здесь гайка не корончатая, но шплинт стоял. Устанавливаем на место тормозной диск. Резьбу смажу. И устанавливаю на место
скобу. Ставим тормозные колодки. И устанавливаем тормозной цилиндр. Также смазал болт и прикручиваю кронштейн тормозного шланга. А теперь уже можно закрутить гайку привода. Для этого фиксируем отверткой сверху тормозной диск и закручиваем. Этой же отверткой фиксируем с одной стороны. Все. Тормозной диск установили, гайку привода зажали, суппорт зажали, стойку зажали, шаровую зажали, наконечник зажали. Устанавливаем на место колесо и на этом замену ступичного подшипника я закончил. Всего вам доброго!